Решили сегодня, 7 числа, в день рождения Игоря, дать ему отдохнуть. Он отдыхает на втором столе, с Арханом. А здесь дерби Романа и Романа. Да, погнали, Ром. Не 1-1, у вас, наверное, 11-11. Это будет... Два Ромы встречаются и два одинаковых счета. Одинакового цвета футболки. До трех? До трех. Регламент до трех побед. 0-0. Поехали. Ух ты. 1-0. 0-2. 0-2. Ничего, не все. Солнце здесь не мешает. С первого стола ушли. Вот так вот играют мастера. Ух ты, это ошибка у Романа. 4-0. 5-0. Да. Не долетел, а мог бы долететь. Был бы как Фан Чжэн Дунг тогда. Что такое? Почему не скрутил? Да, чувствуешь, да, Ром, что прибавил? 7-0. 1-7. 7-1. Лёш, слушай, ты не давай, не крути мне. 7-2. 2-8. 5-5. Ох, слева хотел, но пока там проблемы. 5-5. И забивает. Да, красиво, Рома. Будем болеть. Это нужно. Все-таки Таганский парк должен как-то. 10-4? 8. 8-4 всего-навсего. 9-4. И 4-10. Да, первый сет. Натренированный Роман уверенно выигрывает. 1-0. 1-1. Два, один. 1-3. Две подачи, два очка. 2-3. А, подача. 4-2. 4-3. 4-3. 3-5. 4-5. 5-5. Леонид Тимонин болеет за Романа Таганского. 5-5. Вся Таганка болеет. Все нормально, только прибавить надо. Ох, хорошо. Не успел Роман назад отбежать. 6-5. Сетка 6-5.
и 5-7. Спасибо, Ромаза. 5-8. 8-6. А, 8-7. 7-9. Хорошо, 7-10. Нет, они, по-моему, пытаются уже завершить второй сет. Завершили, да? 2-0. 0-0. Где-то опять очередной розыгрыш я прозевал. 0-1. Нет, почему-то не. Ну по опять, Роман. Один-один тогда. Ох, 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 он соплю почти перекрутил. Встреча лидеров. 1-2. Да, да. Черкизовского и так далее. Да, ярчайшие представители, суровые романы. Лучшие романы каждого это парка. Это лидеры, лидеры из Лиэта, или ведущие игроки своих парков. Да. Они же не просто ведущие игроки, они люди, которые выращивают новых игроков. Неправда, Алексей Гаврилович не роман. Мы говорим про романов. Лучшие романы игроки парков. Счет 2-2. Ой-ой-ой. 2-3. И опять он все-таки второй раз соплю в бок делает, и тут уже Роман не смог даже докоснуться до нее. Ветер, это ветер. 2-5. Александр Борисович, 3-4. Да. Александр Борисович уходит, 3-4. Три, четыре. 4-4. Пять-четыре. Ага, Владимир Осташенко не хочешь передать привет? Во. О, 5-5. Ох, а неожиданно! Неожиданно вернула, неожиданно в сетку вложил. 5-6. А вот это 6-6. Ожидаемо. Леонид Тимонин по-прежнему готовит репортаж очередной. Ярый болельщик Таганского парка. 6-6. Что такое с мячом? Ого, 6-7. Попал. Все только начинается. 8-6. Восемь шесть сетка. 8-7. Вот опять ветер. 7-9. 8-8. А? 8-8? Извиняюсь. 9-8. 9-9.
Да, так не поднимаем, так не поднимай. Ветер приподнял еще плюс к высоте 10-9. Да. 10-9. 10-10. Баланс. Третий сет. 11-10. И 10-12. 2-1 по сетам. Роман Ярославский впереди. 2-1-0-0. Вот. Все, вошел в силу, вошел в раш. 0-2. 2-0. Сразу в темпе 2 очка забирает. Теперь главное сохранить этот настрой. Все условия есть. Погода хорошая, ветер не мешает. 2-1. Солнце не мешает. Не попадает. 1-3. Два-три. 4-2. 4-3. 4-4. Кстати, как думаете? 5-4. 4-5. 5-5. Пять, шесть. За стол. 6-6. В третьем сете. Цифра в цифру было. Четвертый сет. Цифра в цифру. 6-6. 7-5. Вот так вот. 8-5. Подача мощная, быстрая, не успевает реагировать. 8-5. 6-8. Поднимает, да. Чуть приподнял атака. 6-8. 6-9. Попал, мы все видели. 9-7. 9-8. 8-10, матчпоинт. Да, не поднимайте. 9-10 матчпоинт. И 10-10. Баланс. Солнца не было, ветра не было. Были два романа с двух сторон. 10-10. 11-10. Вот так разрыв в очках и просирается. 11-10. 11-11. 11-12 матчпоинт. 12-12. Леонид Тимонин, смотрите, как напряженно стоит, отслеживает. Длинный матч, он выдерживает. 12-12. Сеткой за стол. 13-12. 13-13. Направо.
14-13. Забавная картина. И не долетает. 15-14. Завидное постоянство. Роман Таганский все время выходит вперед. И пробивает. Что же мы имеем с вами? Мы имеем с вами 2-2 по сетам. Драматург кто у нас? Драматург Роман Таганский. Все, а теперь... Сейчас мы увидим, кто реально сильнее. 2-2, 0-0. 1-0. 0-2. Игроки отпускают эмоции и начинают играть. 1-2. 3-1. 4-1. Вот игроки, которые могут заслуженно носить звание настоящих. За стол. 2-4. Хранители традиции нашего парка будут играть. Ох, браво, Роман, браво! Мощь. А почему так долго не доходит до такой манеры, такого стиля игры? Топсы наши все. 3-5. 5-3. Меняемся сторонами. 5-3. 2-2 по сетам. 6-3. 3-7. 4-7. Да, так же. Слева по прямой. 7-5. Ох, а хорошо бы из третьей зоны попасть. 7-6. Нарастает. Драматический момент. И промахивается. А ведь 6-8. Кульминация близится. И 6-9, ошибка. 8-8. Ах, почти хорошо могло бы быть. Игорь бежал помочь, затопсить, но не смог помочь. Счет? 9-7. 9-8. Сорвалось там у нас. 8-10, матчпоинт. Ну что, вот что-то мы с вами сейчас будем наблюдать кульминацию. Да, блядь! Давайте попьем. Что делать? Переиграем, пойдем. Переиграем, 8-10. Роман соглашается, кульминация. Это уличный теннис, столы не разгорожены. Ну, это сумасшедший розыгрыш. Спасибо, спасибо, офигенно, офигенно. Супер теннис, мега теннис. Давайте еще. Я просто вошел в игру, сейчас будет попроще. Рома готов, еще раз. Блиц, матч, реванш.